Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, и это Far Cry 4. Bad boy is a game. Итак, ребята, мы в Шангрила, мы крутанули вот таких два барабана, и нам теперь нужно двигаться вот к этой статуе. Так, можно, в принципе, наверное, бежать даже. Тут есть эти синие демоны? Вроде пока не видно и не слышно. Доберись до колокола просветления. Так, с помощью выберите испепелителя. Тигр отвлечет его. После этого совершите убийство испепелителя сзади. А испепелитель сверху, да, стоит? Так, давай по одному начнем убивать, наверное. Так, моему тигру... Тигру конец пришел. Ого. Так, минус испепелитель. Так, все, что нам нужно делать? Нам нужно как-то туда забраться. Этот захавал. Так, руку. Так, в детстве отец рассказывал мне о колоколах Шангрила, их звон очищал землю. От зла. Он говорил, не будешь слушаться, и звон до тебя доберется. И от тех колоколов... Боялся. Ой-ой-ой-ой-ой. А мы очистили землю от демонов. Все, что ли? О! Какого черта? С возвращением в реальный мир. Что произошло? Я в порядке. Ты пришел сюда с танка. Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул. Да. Ты был в трансе. Бормотал что-то. Что было-то? Сам не понял, до сих пор в шоке. Жди, блядь, на реке. Семейная реликвия Гейлов передается из поколения в поколение.
Я разве не говорил? Нет, не говорил. О, ты просил короткую версию. Да, а мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, ничего. Да, да, ничего, да. Забей. Но, если найдешь эту танку, помни про нас. Так, все, мы валим. За остальным барахлом кого-нибудь позже пришлем, ладно? Ну да. Мир, брат. Мир, брат. Ну и чудики, конечно. Так, и получается. Получается, что я уже выполнил. Да, один колокол просветления. Так, и я теперь как бы могу, наверное. Йоги и Реджи, они. А, они сюда наверх в палатку ушли, что ли? Ну давай, мне кажется, они должны дать следующее задание. Получилось! Говорил я, кто-то там есть! Я видел сквозь деревья. Чё? Хрен там, ты услышал шаги. Сам знаешь, я тук на ухо. Помнишь Сан-Паулу? А, тот тромбонист. Однорукий тромбонист. Но раз Аджай здесь, пусть он рассудит наш с тобой спор. Он-то может, но он наш гость. Окажем теплый прием. А не волнуйся, отличная дурь. Угу. Мы называем ее Окаджа. Раздвигает границы восприятия. Но для полного эффекта... Опять они за свое. Опять я сейчас туда отправлюсь. Так, а у меня нет колокольчика, да, этого? Где я вообще? Что это за место? Косячок прозрения. Так, а у меня еще оружия нету, да, как я понимаю? Тут мишка ходит. Что за черт? Заблудился и пропал. Но у меня до сих пор нет оружия. Отыщи Йоги и Реджи, чтобы вернуть свое снаряжение. Тут что, везде, повсюду медведи? Мишка косолапый. Ой, мишка лежит. О, брат наш, он нам шивая-шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. Это кто говорит? Йоги, Реджи, это вы? О, какого хрена? Чем они меня накачали? Обезьянки. Так, ваше снаряжение у Реджи Йоги. Найдите их. О.
Блин, как-то я еду очень странно. Все, приехали. Так, тут зубастый тигр. А у меня вообще ничего нет, да? А, ну есть нож. Я никого не трогаю. Меня никто не трогает. Закон джунглей. Носороги. Ну да, тут все животные мира, блин. Блин, высокая... Нет, не высокая. Можно забраться здесь. Все хорошо. Что сейчас было там? Машины с неба падают. Что опять? Кто я? И ради чего я живу в этом мире? Так, ну мне как-то наверх, да, надо забираться? Нет, 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 нет. Носорога мне не достать. Но тут вот еще есть носороги. И они очень быстро бегают. Буйвол, да? А, подожди, буйвол уже добрый. Я тут еще... А, у меня все эти... Все есть. Может, они меня опять надурачат? Хотят? Ты бы это, осторожнее с выпивкой. Интересный человечек сидит. Это когда видеокарта, блин, навернулась. Вся фиолетовая. Это вот кто сейчас со мной тут разговаривает? Медитация Киры. Ай, блин, не на ту кнопку. Подожди, тут что-то где-то прочитать можно? А, не прочитать, сжечь. Подожди, я могу так подойти? Да, могу. А там я. Ну нахрен! О, какого хрена? Просто беги, брат, просто беги. Пропавшие вещи, похоже, они пропали, дадите их. Какого хрена вообще здесь происходит? Откуда там взялись медведи? Блин, я хотел там крутануть. Ладно, фиг с ним, просто бежим. О, тут этот есть. А я этого не помню. А я зачем-то помню. О боже! Как? Как ты мог? Как?
Со стороны это еще хуже. А, всего полминуты пока, дальше хуже. О, Аджай! Вижу, мой ништячок неплохо сработал. Наш ништячок? Наш, да. Накачали наркотой. Ну, наше дело предложить. Да, и ты живой вроде, чуть-чуть не считается. Зато рецепт теперь знать. Да, и ты в любое время можешь прибегнуть к этой суперсиле. Как супергерой прям. Точно. И у нас этого добра завались. Приходи к нам, когда нужен волшебный пендель. Лады? Ну а пока? Пока? Это очень странные ребята. Да подожди, а тут же письмо есть. Я могу взять письмо? Они уже куда-то пропали. Где-то здесь, да? Да. Потерянное письмо. А все, что ли? У меня нету больше заданий от них. А как мне дальше искать? А, вот где. Тханка Шангрила. Так, а навыки? У меня два навыка. А, ну мне надо вот это сначала. Я тогда пока тратить не буду. Для того, чтобы прокачать вот эту охотника. Так, а мы, что мы можем? Ну-ка, я хочу обратно сюда вернуться. И все-таки там крутануть. Я же надеюсь, там медведи были только во время моего бэд-трипа. Слушай, они походу там до сих пор, эти медведи. Зачем они его задавили? В натуре, медведи до сих пор там. Вот это трехочковый, ребята. Вот это трехочковый. Барабан. Так, слушайте, а что вот здесь? Это что у нас? Дневник. Давай, тут я как понимаю все как-то вот так просто можно пробежать. Уровень кармы. У меня уже пятый, кстати, уровень. Скидки 25% на карты местности. Да я уже все карты местности купил. Там справа буйвол. Буйвол, давай, ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Так, ну мне как-то туда забраться надо. Здесь медок есть. Слушай, и пещера. Что за пещера? Хребет Ялунга.
А вот я нашел, как забраться туда наверх. Это дневник Махана Гейла. Еще один. Так, вот это тоже тут заберем. Ну что ж, ребята, на этом тогда серию будем заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор, и увидимся на следующих видео. Пока-пока.